У нас тут день независимости. Нельзя выходить на гуляния, так гуляния приехали к нам. Красиво? Ты ничего не видишь? Пойдем посмотрим. Пойдем туда. Маленький театр. Видишь, тетя? А я тебя поставлю на парапет. Лицами, да? Шум, да? Сколько людей пришло? Хотя нельзя. Даже не знаю, что лучше. Гулять на улице у себя под домом или куда-то ехать. Теперь дискотека на балконах. Такое празднование Дня Независимости в этом году. На балконах, около дома, на расстоянии 100 метров, с отрядом полиции. Ну, ничего, через год будет лучше. Это... выездной театр, и тема у них, конечно, коронавирус. Корона, которая сказала, что в Израиле становится уже слишком жарко, и, наверное, она уже отсюда уберется на Луну. Потому что ей тут слишком дорого тоже. Так что все, она нас бросает, ура! Пока-пока. Люди на балконах танцуют.
все, идем домой.